Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Мы это смотрели на прошлой неделе. Нет, продолжение. Это кто? А, это же моя сестра. Я забыл, что она на этой неделе в городе. Пойду открою. Сестрёнка! Кто это у нас тут? У меня был дико долгий перелет. Так, взяла прямой рейс. Ну так отдал бы мне накопленные скидки. Я их для своего отпуска держу. О, помнишь же моего кореша Анвара? Привет, давно не виделись. О, привет. Да, как дела? Эй! Эй, стильно выглядишь. Да. О, да брось, я че попало одел. О, извини, мне звонят. Да, ничего страшного. Чувак, ты что творишь? Что? Ты что имеешь в виду? Зачем ты все это на себя напилил? Я одеколон на себя налил. Ну, бро, это моя сестра. Бро, все не так, как тебе кажется. У меня сегодня вечером свидание, и я решил заранее одеться. Ты меня за идиота держишь? Я не держу тебя за идиота. Я что, не могу одеться в чистое? Пока-пока. Да не, может, но в данной ситуации нет. Так, чем занимаетесь? Просто отдыхаем. Телек смотрим. Как друзья обычно делают. Упс. Боже, ты уронил пульт. Не-не-не, я подниму, не паритесь, я подниму. Окей. Все хорошо. Окей. Ну, брат, знаешь, я вчера весь день был в спортзале, мне надо порастягивать спину. Ну, тогда понимаю. А вот он. Как вообще придумали пульт? Кусок пластмассы с кнопками. Вот для чего вот это? О, боже. Это же сальса. Я не знаю, но мои бедра... С ними что-то происходит. Я обожаю сальсу. Правда? Я тоже. Потанцуем? Хорошо. Я не знаю, что делать. А тебе все отлично. За руками следи. Я... Захотел попробовать. Ты что делаешь? Слушай. Я знаю, что ты хочешь сделать. Прийти в мой дом и склеить мою сестру? Чё? Нет, мы просто танцевали. Теперь преступление потанцевать? Все в порядке, бро? Я слежу за тобой. Окей. Расслабься. У вас все хорошо? Сяду. Я сяду тут. Как твой день прошел? Очень хорошо. Ты еще водишь тот Ниссан? Это была Лиз. Очень хорошо выглядишь. Спасибо. Может, как-нибудь на сальсу сходим? Хорошо. Да не, брось, ребят. Расслабьтесь. Я открою. Хорошо? Я сейчас вернусь. Давай. Слушай, я не доверяю этому парню. Что бы он ни задумал, не верь ему. Ой, да брось, он просто пытается быть милым. Он не может быть милым, поняла? Я его знаю. Я его знаю от начала до конца. О, вау. Интересно, для кого они? Для Жанель от... Анонима? Вот это романтично. Так, дайте мне. Я так, вот сюда окей, сяду. Ладно. Не против. Простите, я просто сяду. От Анонима странно, правда? Тому, кто прислал тебе эти розы, ты, наверное, очень нравишься. Правда, так думаешь? Угу. Люблю розы. Так, меня задолбало, что ты говоришь к моей сестре, я предупреждал. Быть дружелюбным, это уже преступление? Да я тебе еще покажу преступление. Оно прямо сейчас тут будет. Чё? Думаешь, дарить розы моей сестре, это дружелюбность? Они от анонима. Ты такой предсказуемый. Ты сейчас последнее, что сможешь. Эй, тебе понравились цветы? Они от тебя? Конечно, от меня. Ты такой непредсказуемый. Ты готова идти? Окей, пошли, пока, Анвар. Не забудь поучиться танцу, хорошо? Увидимся. Не трогай меня. И чтоб была дома до полуночи. Эй, ну прости, бро. Боже, у меня теперь рубашка помята. И как теперь на свидание пойду? Я виноват, слушай. Мы же еще друзья. Мы все равно друзья. Хорошо. Сладкий? Да. А, нет, ты, милый, я не с тобой говорила. Мам? Я говорила с ним. Ты готов? А, да, я сейчас только рубашку заправлю.
Я, короче, на свидание, но потом вернусь. Увидимся. Увидимся. Ты готова? Да. Хорошо выглядишь, пошли. Мам! Ты первая. Эй, пап! Да? И не говори, что с тобой такого не было. А перевел и озвучил виски. Ага.